И к другим новостям. Госсекретарь США Майкл Помпео отложил запланированный ранее визит в Казахстан. Такое решение он принял из-за недавнего протеста у здания американского посольства в Багдаде. Ранее сообщалось, что в столицу Казахстана он прибудет 5 января. Кроме Казахстана, Помпео планировал посетить Украину, Кипр, Узбекистан и Беларусь. Визит госсекретаря не отменяется, а будет перенесен на ближайшее время. 31 декабря перед американским посольством в Багдаде началась массовая акция протеста из американских авиаударов по приграничному с Сирией городу Эль-Каим. В итоге 25 человек погибли и больше 50 пострадали.